Всем привет, зрители, подписчики канала на Ютубе. Ой, ой, папка чуть не завалился на Веронику. Всем привет, крошка, всем, вот так вот. Вадик. Всем привет. Всем привет. Что ты, Илья, делаешь? Кружишься, да? Молодец. Всем привет. Всем привет. Ну что, у нас сегодня суббота? Что ты хочешь? Кока-колу? Да. Хватит кока-колы пить. Хватит. Стаканчики смотришь? Да? Что он там принесет? Ах ты, жук навозный. Нашел. Нашел. Ну, Лапкин, как дела? Как дела? Скажи, хорошо, да? Да, мы уже, скажи, передвигаемся на транспорте. Нашел я Пепси. 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 Так, Вадик тут занимается своими легами, которые он в чемоданчике его, да? И вчера. Хорошая вещь, то, что можно сложить действительно мелкие детальки все. А вот. Ну что, время уже 12 часов, у нас опять темно на улице. Вся такая, ну да. Весенняя, действительно, но что поделать. Все равно, ну, ветер какой-то там есть, и немножко минус 1 или 2 мороза, непонятно, короче. А вот, мы уже давно встали, уже давно покушали, да, все? Я у нас встал еще полдевятого. Ну, 8 я проспался, да. Ну, я сегодня встал, я вот действительно, я выспался сегодня, как положено. Вчера рано легли спать, вообще отлично. Ну, рано, сколько, в час, блин, вчера. Ну, час, ну... Ну, для нас странно, да. У нас странно, потому что Вероника вчера более-менее нормально заснула, и потому что больше, ну, как... Я обычно где-то сам ложусь в 2 часа, начало 3 постоянно. Вот, ну, вчера ничего не стал не монтировать, ничего. Сегодня с утра уже смонтировал, уже выгружаю влог. Большой получился, кстати, влог, так что не обессудьте. 68 минут. Еще загрузки, обработка. Получился на минуту, ой, на минуту, на час и одну минуту, так что просто действительно там развернутые ответы на вопросы были, да? Покупочки наши в Брянске, которые... Ну и там, где я домашними делами занимался, особо там Брянска не было. Ну, не хотите, не смотрите, так вот пролистывайте, хотите, кто-то подробно смотрите, конечно. Ну, там вопросы тоже такие развернутые, Татьяна ответила и про горшок, да? И про мэтра мы ответили. Попозже тебе немножко мама нальет. И про то, что там ковер, там Татьяна отвечала, да? Как он поставит, а? Про ковер, да? Ну да. Ну вот. Так, 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 так. У нас Вероника передвигается к елочке. Оп! Разворачиваем тебя. Разворачиваем, солнышко, да? Да. А? Слетели носки? А, вот. Носочек слетел. Давай, да, крошки наш носочек слетел. Так, Лев, дай бутылку сюда. Будешь теперь моя, моя вместе с ней. Оп. Да? Мой. Какие у нас сегодня планы? Ой, мне надо сходить будет по делам. Не знаю, сейчас, не сейчас. Ой. Я кое-что посмотрю, да? Нужна бабушка еще прийти, да? Да вот мы вообще не знаем, что сегодня нам делать, потому хотели... что вообще мы хотели сходить поздравить Лену с днем рождения. Ну, да, что? Меня поздравили, ну. Мы как мы телефон поздравили, но я имею в виду подарок дарить, как бы. Ну, Лене. Да. В то же время я должна мама прийти. Нет, сейчас я созвонюсь. Как бы да. Стоит вообще приходить, мы все равно туда идем туда. Ну, если ему еще Лена не будет, да? Ну, еще может Лена с ней быть, поэтому сейчас будем звонить, и сейчас вопрос. Что? Боже мой! Понятненько. А вот, так что посмотрим. Сейчас будем, да, созваниваться будем. Илья! Тебе надо где-нибудь на это. На футболе быть. Судью намыло там кричать, там, речевки там всякие. А ушил уже. Да, да, точно. А вот, так. Вероника, что там опять поливаешь? Зайку принесешь. Кашкой поливаешь. Салфеточку. Кашкой поливаешь. Ушила тоже, да, пожалуйста. Молодцы, да. Молодцы. Ну, кстати, тоже... А, у Вадика, да. Травма. Травма, вон, царапина под глазом от нашей Вероники. Да, наша сестричка дала ему. Ну, вот так вот. Царапаться надо дорогу. Действительно, у нее ногти через день, но у нее... Они, ну, в принципе, они острые. Все у всех, что маленьких. У маленьких, они все острые ногти. Ну, вот.
ты действительно... Владика нашего ранила вчера, да, вечером ушла, да. Бедняжечку. И еще она пыталась уже даже 6 раз меня укусить. О, да. У нее 2 зуба, но они острые. Мне раз за плечо, мне раз сильно укусила. И меня тоже. Так цапнуло, что мало показалось. Про тебя говорят, солнышко. Вон, зубатая, 2 зуба и все. А, и больше что нету. Ты? Что ты? Кока-кола. Кока-кола тебе? Да. Да ну. Да-да. Так, ну что? Бабнику. Спать не ложишься. В обед с кока-колой. Так, ладно, сейчас будем созваниваться, да, будем решать, что к чему сегодня нам. Да? Вообще, уже... еще хотел бы убраться все-таки, как ты уже видела вчера. Ладно, посмотрим, что сейчас будет. Не буду. Все, спать. Увидимся. Ну что, мы проснулись, да? Да, только что встали. Вероника только что. Нет, Илюша уже встал час назад. Да, как раз папка пришел, ты встал, наверное, да? Сходила там кое-что, заплатила уже в банк. Ой. Прошелся. Пупсик. А, пупсик, у нас тут такой вот неразбериха, мама убирается. Мама убирается, а дети... Дети уже сорят одновременно сразу, да, Илюшка, тут карандашки кто будет собирать? А, Илья, ты уже сломал что-то, да? Что ты сломал? Он был сломанный. Что? Самолет? А вот это так и делается, потому что тут... Ач, вытащи сейчас. Ладно, ковыряйся. Ну, ладно, все. Так, Илья, только на ковре не рисуй, пожалуйста, ладно? Ага. Дай ему, дай, отдай. Хорошо. Пупсик, давай на папке соску, давай, оп. А нам не надо, да, скажи, зачем нам соска? Ну, давай, убирай. Все, Вероника проснулась, сейчас будет кушать. Мамка там уже пришел, сходил, капустки купил. Сейчас будем щи кушать, да? Все будут щи кушать, а Вероника будет кушать картошечку, да? Пюрешечку. Там взял говядину ей. Пюрешку там, я не помню, от Тёмы, по-моему. Да, от Тёмы, говядина. Папа купил. А? Папа купил. Да, папа купил, вот. Ну, сегодня поздновато, что-то мы собирались, короче, сегодня все-таки идти. Я пойду. Да, к Лене. Думали, нам полпятого, но вот Вероника только-только проснулась. Время уже 4. Да, все пойдем к Лене, да? Да. Твой. Ты пойдешь? Твой. Ты пойдешь к Лене? Твой. Пойдет, пойдет. Твой. Что? Что будем? Твой. Столик? Да. Нет, стол не будет. Ну просто в гости сходим. Он просто ничего не собирает. Просто сходим в гости. А, бабушка там будет. Мы уже, в принципе, позвонили, чтобы бабушка не приходила, да? Вот, Танюшка тут молодец. Щи сделал и уже убирается, да? Да, умничка. Вообще, ну, погода вообще, во-первых, да. Скользко, ужасно на улице, улажили, подмерзла. Веронику спать, Сережа пошел кладать Илюшу спать. Ну да. Я собиралась убираться, но поняла, что я ничего не сделаю, потому ну, что... Ну ты уложила ее. Сил никаких вообще не было, что? Я легла, наверное, ну, почти минут 40, наверное, 45 я поспала. Ну понятно, ладно, молодец, поспала. Да. Хорошо, что поспала. Потому что вообще никак. Что было. Сломал? Что это сломал? Ничего а? Ты не сломал? Он был уже сломан чуть. Илья, давай собери, пожалуйста, карандашики и положи в тумбочку. А, Илья, карандашики что, лежат, валяются? Собери, пожалуйста, и положи в тумбочку. Мама уже убралась тут. А? Тумбочку. Тумбочку, да, ну в ящик. Там столик, просто положи их. Столик? Да. Сидела. М? Это? Не понял. Сидела. Нет, столик положи. Это не какой, это машинка. А ты вот карандашики вот красные, синие, зеленые валяются. Это закрой, пока положи. Потом включил, молодец. Поставь Снегурочку, поставь кока-кольного мишку под елочку. А вот карандаши черные там валяются. Их собери, пожалуйста. Лапкин, ты что тут уже? Немножко завалилась. Ну-ка дай я беру игрушку, а то он игрушка тебе мешает. Оп, игрушка тебе мешает. Вот, сколько игрушек тут. Да, скажи. Это очки он Ильи валяются. Эту штучку надо убрать. Все пораскидали, да? Все пораскидали. Как спала? Хорошо? И двух раз ты спала, да? Сразу она Илюшу... Я ну, она полтретьего Илюшу разбудила, да. Получается. Ну, и сейчас еще час поспала. Еще ну, два часа с перерывом небольшим, да? Молодец.
Умничка. Зато не капризничай. Дай сразу. Ну, зачем ты в камеру, Илья? Все сломал. Блин, ты мне... Да, вообще, время 4, а все равно темно. Было бы... Вчера такого не было, 4 часа, да? Да вчера было солнце. Солнышко, вообще. Вообще шикарно было, 4 часа. Темно. Темно, да, Илья? И сегодня. Темно. Щи наши давались? Да, надо есть, да, собираться. В принципе, я уже перекусил чая. Я не. А? Не пойду. Лене пойдем, да. И я пойду, Лене. Все пойдем, все пойдем. И я пойду, Лене. И все, и Владик, и Вероника, и мама, и я, все пойдем к Лене, да? Все мы все вместе пойдем. Сейчас мама... Что потом еще? Ну, вообще, он говорит, что еще? Ну, ладно, может быть, как раз... Все равно поздновато, мы пойдем уже, 5 часам будет темно, на улице чуть не поснимем. В принципе, там и снимать особо-то нечего. Снега нету, пасмурно и не знаю. А, да, Зара, кстати, забираю Кирилла, созвонился с ним, надо будет еще попозже позвонить, уточнить время, во сколько. Кирилл, Зара придет. Зара, Кирилл придет. Да, завтра. Я вчера ему звонил еще вечером. Ну вот, ну, попозже позвоню, думали сегодня, потом тут получилось правильно. А! Что? А? Ну да, практически темно там, не знаю. Ну, темно, но пасмурно, пасмурно. Темнее, темнее, уже как сказать, темнее. Ой, красный. Так. Принцесска, маленькая. Труженица, а труженица? Ага. Че? Провалялась. Ну, ладно. Провалялась, отдохнула. Пойдем в комнату, ладно, Вероника проснулась, сказать, комнату помою, в кровати залезу везде. Хорошо. Что? Кровати, да? Кровати, да. Так, ну все. Все. Ладно, увидимся, надеюсь, уже на улице, если, дай бог, будет там немножко, если мы выйдем, да, посветлее будет. Итак, ну что, мы на улице, да? О, темно уже, да, практически. Сколько, ну когда я шарфик поправлю? Ротик закрывать, то ветерочек дует. Илья, 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 Илья. Да, да, дай закрою шарфик. Да, ротик закрывай. Ветер, да, Вероника. Уходит. Да, скажи. И холодно, что ветер куда-то сильно поднялся прямо. Ужасный ветер. А вот, сейчас же Лена звонила уже, где вы там задерживаетесь, сказала, ну, пока Веронику покушали, пока. Илюшка долго кушал, да, Илья? Долго кушал? Ты долго кушал, щи. Да, и пепсиколу там допил, да, все-таки мама уговорил, да? Да, с Владиком допили они. Вот, блин, прям мои руки мерзнут. Хотя не пройду, наверное, минут два, но... Сейчас, да, я сказал, без перчаток. А у тебя есть перчаточки? А папы нету. Да? Да, папа сейчас мама вынесет перчаточки. А? К Лене пойдем, да. А. Видишь, у меня нет перчаточек, вот, ручки такие. А у тебя перчаточках ручки, чтобы холодно не было. А, вот. Да. Да, и пойдем к Лене, да? Да. Да, да. Часика полтора посидим. Вот, поздравим. Да, 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 да. Твоей крестной, к моей сестре, к бабушке. Пойдем ко всем, да? Ко всем сразу. Вон, к Ангелине пойдешь, да, поиграйся? Да, скажи, давно мы не игрались. Где они там? Света еще там горит в комнате. А, долго ждем. Долго ждем. Как обычно. А, Веронику оденешь и будет это все дело долго. А? Где салют? Нет, машинка там едет по льду, слышит. Кстати, елочка еще горит. Вообще странно, в этом году первый раз такое, чтобы ее вот именно обычно, да, вот убирают сразу. Огоньки эти, она стоит до 19 до крещения, а сейчас полностью собрана. Ну, значит, крещение стоит, а потом ее до главного раскурил, потом, видно, уберут. Так, ладно, холодно, действительно, будем заканчивать и уже увидимся. Ну что, мы уже идем от гостей. Ну, да. Были мамы, Лена поздравили. Снимать там не стали, потому что все по-домашнему было, одеты, мама все такое. Мама подарили одежду. Ну, бабушка сейчас покупала, да. Наверное, лапка спит, не видно, наверное. Не видно лапка наша. А? Оу. Что ты? Закрой, мой. На одежде. Да я закрываю, он спит. А нет, нет, ты поправь, она вон, попала ему сюда. Бабай. Видишь, куда? Бабай. Где Бабай? А нет Бабая, вон, мимо Пятерочки там проходим. Бабай, он Дикси рядом, все рядом. А? Где? Там не было никого. Там никого не было. Там машина просто была, и лишь забоялся машину, да? Да. Да, тут песок ничего-то прежде. Да,
А уже все растаяло. Что тут есть вот такая пятерочка? Светится ярко, да, кстати, огни здесь. Здесь можно снимать на улице. Да. А, ну и там еще вот, возле гостиницы. Вон елочка еще лимаровская. Кстати, елочку я здесь ни разу не снимал, лимаровская. Да, маленькая такая елочка. А, за место фонтана, да, по-моему, Тань? Да? Тань? А, Тань, за место фонтана там елка стоит, да? Да. А, вот. Все, пошли, пошли, пойдем-ка прямо, там да, будем приходить. Да, мы посидели, покушали, ну, да, поговорили, отдохнули. А сколько? Считай, уже 9 час, начало 9. Да, уже 9 час. Так что нормально провели время, да, хорошо. Куда и до дома все сидим, да? Да, вот елочка, вон там елочка. Да, дома идем, все. Все, заезжаем в темноту. Нет, туда мы не пойдем, Илья. Тут не пой. Елочка, куда пойдет? На елочку? Ну и пусть туда идет один. Ну давай, 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 давай. Вот Илюшка, а? Увидел, ни разу не видел елочку. Тань, аккуратно. Пешеход не переходите на положенном месте. Пешеход вон он. Правильно, правильно. Через пешеход переходите. Илюшка. Маленький булавник, а? Елочку не видел здесь ни разу. Вот. Будет сейчас елочку смотреть там с Анюшкой. Ладно, пойдем, догоните сани. Так, ну что, ладно, все снимать будем. Итак, ну что, на сегодняшний день подходит к концу. Время 10 часов. И никого нету. И тишина. Где все? Где все домочадцы наши, а? Детки, вы где? Вот вышла мама. Вот он, детка, несет. Танюшка, что? Что, что-то я устала? А вот он, Илья, бежит. Сеть! А? Проходи. Сеть. Что там свет был? Помылся, все? Ага. Я еще... Они раньше пришли домой, а я еще заходил в Улимар. Ну, взял творожку им. Там творог, я не помню, Данонсу. Мама. Что-то еще там к чаю взял, не помню. А, ну и там... Вот он, Владик несется. Это... Да? Да. Да. Что вы там все делали в комнате? А, я с Вероникой был. Все Веронику ждали? Что там у тебя, Илья, уже? Телефон. Телефон. А вот она и Вероника. Вот, все здесь уже, вот так вот. Все в сборе. Есть, у нас быстро ничего не пустует комнаты, да? Мы все здесь. Нет, да? Нет, скажи. Нет. Надо ложить. Ладно, что завтра еще воскресенье. Ничего, ладно, выспимся, да. А так надо уже все, баньки ложить, скажите. Так, Сазакирова забирать не будем. Да. Не сказал? Нет, я только, ну, ничего нет. Видели маму его, когда, да? Да, сейчас шли по пути домой. Когда... По пути я сказал, что у него сейчас температура, и он вроде уже как спит, и, ну, просто он, я думал ему позвонить, я просто сказал, ладно, завтра ему позвоню, узнаю, как у него дела. А что, закашлял там? Ну, вот на погоду, вот эта перемена. Может быть, где-то вчера я без шапочки походил, где-то хватанул, мне легко одет был. Вчера погода такая была весенняя, а сегодня уже все, ветер поднялся, совсем другой, и минус. Идем. Да? Тьфу-тьфу-тьфу, нам не болеть. О. Ох, бабах. Стреляют, салют. Сегодня далеко от нас. Это свадьба. А, да, сегодня свадьба здесь проводится. Ну, а получается, значит, это будет здесь боком. Вот, не видно будет. Да, детки? Конфетки, детки, детки, конфетки наши любимые, да? Она фокус показывает на маленьких, а не на троих сразу. Оп, перемещается. Бу-бу-бу, да, стреляют. Вот, ладно, вот такой сегодняшний денек, в принципе, влог. Влог будет короткий. Ну, да, дай бог, не знаю, минут 20 может быть, так что по сравнению с вчерашним, да. Ну, вчера много действительно и вопросы отвечали, вернее, ответы на вопросы. И действительно покупочки все это дело показывали. Ну да, как-то сегодня, во-первых, я сейчас какое настроение какое-нибудь, потому что такая погода, дурацкая, после вчерашней такой погоды, весенней, и такая сегодня резко, какое настроение, какой перепад такой непонятный, сон клонит вообще. Ну и тем более сегодня выходной день дома, потому что да, такого особенно у нас. Что тебе включить, спать пойдешь? Включить тебе. Такого особо ничего такого значимого не было, то, что они снимали там, просто там детки игрались. Вот, Вероника, ну, тоже сидела, играла там в игрушечки Ангелина. Просто по-домашнему там тоже все так были одеты, просто посидели. Вот мама, сестра. Сестра, а? Я посидел. Что ты? Посидел. Посидел. А, посидел, да. Ты что же там игрался, правильно? Папа звонил.
Да? А, ну туда потом звоню, да. Да. Ну, вот, салют. Такие, салют, там просто фейерверк. Видно, там вот свадьба, там у нас перед домом прямо столовая там и празднуют, там, банкетный зал, что-то такое. Вот, празднуют. Ну, в принципе, 10 часов уже надо, все. Сейчас мы уже будем укладывать деток спать. Ну и сами потом укладывать спать, все это дело монтировать, заново выкладывать, как обычно. Монтируем назад тоже. Ну да, наверное, потому что сегодня, не знаю, посмотрим, если лох тем более маленький, может, не зараз строить сам. Кстати, у нас, скорее всего, да, по поводу прямой трансляции, следующей прямой трансляции нашей, мы планируем на... А, салют там нету, нету. Тань, на... На 25 января, да, на Татьянин день, на день студента. В принципе, во-первых, это будет, потому что 24 точно мы заняты, скорее всего, будем, неизвестно еще, неизвестно еще. Ну, неизвестно еще, да. Мы зазваниваться понедельник. Вот, а 25-го уже... В принципе, можно провести, я думаю, часиков 4 вечера, тем более, ну, как дня. Все дома будем, да. Тем более воскресенье, да, перед работой. И я считаю, до 4 можно... Ну, как мы осилим, как обычно, ну, полтора да, часа. Осилим, дай бог, полтора. Да. Мы, в принципе, осиливали всегда. Говорим пополам. Ну, вот, я думаю, нормально будет. Так что, скорее всего, предстоящая трансляция будет 25 января, 4 часа. Ну, где-нибудь во вторник, я уже выложу анонс всего этого дела. Ну, да. Поближе к этому. Да. Ну, вот, в принципе, я в логе об этом говорю, кто будет смотреть. 20... А? Что это там, Илья? Что там, Илюшка, заперхался? Илюшка уже... Каса есть? Уже... Ты не кашляй, смотри, не болей, нельзя болеть. Нельзя болеть никак, болеть. Да, уже вон ролики смотрим, да? Да, уже залез. Вот, так что, такая будет трансляция 25 января. Я считаю, нормальный праздник будет. И, в принципе, есть такой повод, действительно, Татьянин день, и день студента, всех поздравим. Да, и да. Тебе поздравим, да? Вот, так что, такие вот, в принципе, дела. Ну что, вот. Ну и что еще? Ну, в принципе, остальные новости, возможно, уже будут завтра. В принципе, в воскресенье. Какие-то новости, может быть, тоже для нас хорошие, в принципе. Ну, ага. Ну вот, так что посмотрим. Все это будет, наверное, завтра. Что-то не поняла? Ну да, посмотрим, еще не поняла. Но это будет уже завтра, да, и будет завтра уже будет новости. Посмотрим все это. Все об этом будут знать, конечно. Вот. Ну что? Все, будем прощаться. Такой наш день. Суббота, завтра, воскресенье, выходные продолжаются. Будем да. Прощаться. Всем приятного. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока. Владик. Подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока. Увидимся с вами завтра, в воскресенье, 18 января. Тоже какой-то праздник, да, вроде как, перед крещением считается, да? А еще Вероника не прощается. Скажи, пока-пока-пока-пока-пока, скажи, меня забыли, пока-пока. Оглушил. Все, увидимся с вами завтра.